Знакомиться вообще обычно? Здравствуйте, меня зовут Жан Булат. У меня все в порядке с размером. Ну, бывает, можно пообщаться. Ну, я не знаю. Можем станцевать, побеседовать. Да, конечно, миллион раз. Парень вас угощает коктейлем. Чем вы можете отблагодарить? Танцем, можем станцевать. Естественный процесс. Первый раз слышу. Улыбкой можно. Просто первый раз слышу такое. Неожиданно. Ну, когда как? Это все же как-то просто пришло и ушло. Это... А вам челка нос не щекотит? Пожалуйста. Меня зовут Дилен. Дилен, а ты сам придумал? В смысле, придумал. Слушай, алматинские понты. Вот какие они? Ну вот они. Вот они ходят, вот снимите алматинские понты. У русского парня алматинские понты. У вас проявляются понты в вашей жизни? Все понты под ширинкой, под трусами, но их никто не увидит. Как знать, как... Вы не врете, вы без понтов, да? Да, я не вру, я без понтов. Беспонтовый такой, да? Ну ладно, пусть так будет, тогда я беспонтовый. Слушай, как понять, вот опять же оператор спрашивает, как понять, девушка гулящая? В смысле оператор спрашивает, когда он вас спрашивает? Ну он до этого спросил. А это вообще Чирика? Да, для моего личного просмотра хом-видео такого плана. Ага. С беспонтовыми парнями. Угу. Что там, волосинка? Нет. С блондинкой был, да? Не-не-не. Кошка это. С кошкой был. У тебя обычно с кошкой бывает? Что за вопросы? Да. Ты думаешь, что ты много еще таких экземпляров, кто с кошками обычно? Не знаю, поищите. Что-то мне кажется, ты один такой. Да? На целом свете. Зоофил? Опять же, это не я сказала. Ладно, не шуточный беспонтовый парень, ну хороший. Говорил про ширинку и трусы, ну будем надеяться, что кошка не разочаровалась. Спасибо. Спасибо. Эх. Вот, смотри. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Bad boys, what you want? What you want? What you gonna do? When the Chevy truck don't come for you. Tell me what you wanna do. What you gonna do? Я хочу сломать, я хочу сломать, нужна нам, мне нужна она, я хочу сломать.
На работе не пей, на работе не пей. Сколько раз можно говорить? А?